И всем привет, это Катаклизм ДДА, мы продолжаем. На данный момент, получается, нам осталось зачистить двор и здание тюрьмы, чем мы сейчас и займемся. Патроны, кстати, надо перезарядиться. Тут уже, в принципе, опасных противников оставаться не должно. Разве что зомби-амбалы. Но вот нам сейчас надо бы как-то выбраться. А, вот, все, тут проход. А, зомби заключен, значит, вот мы его видим в комнате. Эта дверь, как обычно, закрыта. Берем свой любимый топорик. И ломаем эту дверь. Ага, вот. Вот зомби пришел сразу на шум. Берем ремингтон. Через дверь, интересно, будет наноситься урон. Но, во всяком случае, дверь снесена. Противники получили урон. Возможно, не полный. А вот сейчас надо отбежать. Неплохо, 104 урона зашло. Ремингтон довольно мощное ружье такое. Что выпало здесь? О, кстати, такой же ремингтон, походу, как у нас. Да, с одним улучшением. И это улучшение, быстрее всего, это ремень. Ну, я думаю, забирать не будем, потому что зачем? Только место занимает. Патронов у нас хватает. И кто-то еще тут где-то стучится в двери. Так, это все закрыто, как обычно. Ну, сломали уже двери сами. Все, справились. А что здесь? Кошелек. Кстати, у этого довольно много чего валяется. Сейчас посмотрим. А, Глок 19. Вот, кстати, по 19 патроны. У нас патронов много, поэтому, пожалуй, заберем Глок. Аптечки. Аптечек тоже хватает. Ну, возьмем. Книжечки тут есть. Концы. Здесь шума не слышно. Быстрее всего там никого и нету. И вот что это. Вход в оружейную. Вход в оружейную. Это что за дверь? Сейчас надо раздолбать, посмотреть. Быстрее всего это не в оружейную, а в другую комнату, конечно же. Я не думаю. Да. Это в другую комнату. Тогда мы, значит, что берем? А где наша горелка, резак, инструменты? Вот ацетиленовая горелка, берем в руки и сейчас будем эту железную стену обрабатывать. Вот, значит, там находится зомби, да? Зомби-полицейский. Дверь закрыта. Берем опять-таки ремингтон. В инвентарь. Сейчас этого зомби-полицейского снесем. Только надо перезарядить. Все. Ну, с первого выстрела осталась решетка. Конечно, можно ее взломать, но я думаю, лучше мы ацетиленовой горелкой. А, кстати, он довольно много требуется расходника.
Получается, у нас два сварочных баллона. Это значит два использования. Тогда в таком случае будем взламывать отмычками. Потому что баллонов не так и много. Все открыли. Так, тут пистолет под 5,7. Ну, урон небольшой наносит. Не будем брать. Вот, вот мы добрались в оружейную. Значит, что здесь? Граната, противогаз, блэкджек, дубинка, тонфа, гранат, пара жестких поножей. Так, сколько защита? 8,6. Скованность ноги 10, не так ли много. Заберем. Бронекостюм спецназа. Тоже заберем. Он чистенький. Тонфа. Ну, как бы... Называется оружейная, но не слишком-то много тут всего выпало. Идем дальше, в общем. Проходы, интересно, тут никто не выломал. Или выломал? Видимо, нет. А как выбрался зомби Халк? Наверное, он сюда и не выбирался, да? Так. Ну что, придется взламывать тогда. Все, двери сломали. Еще один патрончик зарядим. Что тут у этих роб-турелей? Гранаты. Только гранаты. Тоже подождем, пока зомби, вот он уже разломал. Все, размолотили его. Что выпало? Выпало ничего. Ну, вот тут книжки у нас лежат. Сейчас бы неплохо было найти какую-то столовую. Кто-то где-то тут лазит. Угу. А, вот он. Схватил, засранец. А ну, отпусти. Сейчас лейкопластырем заклеимся. Правую руку укусил. И пойдем смотреть, что тут дальше. Есть дверь закрыта, а это открыто. А вот это переговорные кабинки. Значит, берем опять свой топор и рубим двери. Так, не, не выбросить, надеть. Вот один зомби тут тусуется. Его можно умертвить. Пора перезаряжаться. И что у нас тут дальше? Вот еще один. Тут еще зомби-полицай. У них там падает дубинка, кошелек, лейкопластырь. Где-то тут еще кто-то лазит. Вот еще один зомби. И еще один. Кстати, вот ремингтон 700 валяется с одним улучшением, то есть, видимо, ремнем быстрее всего. Калибр 30. Ну, пусть там и лежит. Нет желания его
доставать оттуда. Так, а вот чтобы в этот блок пройти, нужно, получается, проходы эти все взламывать. У нас патронов 2 осталось, надо подзарядиться. Ну что, начинаем взламывать. Придется как минимум 2 двери взломать. Сколько, кстати, отмычек осталось? Инструменты. Еще 12 самодельных отмычек, нормально. Все, эту дверь взломали. Сейчас еще эту взломаем. Сколько у нас там, кстати, уже прокачался взлом. Вот устройство 2,36%. Вот таким методом скоро и до тройки докачаем уже. Так, вот еще один. И кто-то там еще лазит. Вот, они двое подошли. Продолжаем взламывать. Только надо еще перезарядить наш Ремингтон. И опять пытаемся открыть. Еще зомби-полицай пришел. Еще зомби. Еще полицай. О, кстати, он вот он вышел, мы как раз дверь открыли. Так, надо отбежать от него. Кстати, вот у нас довольно плохой обзор в темноте. Это, видимо, из-за шлема. Ну, пожалуй, я дверку сейчас закрою, шлем сниму. Довольно некомфортно получается. Все, полицейский шлем мы сняли. Сейчас должна видимость, ну да, то есть она как бы больше уже стала на пару клеток, уже поприятнее. Где-то тут зомби полицай ошивается, вот он. Что он нам принес? Кожаный кошелек. Потом по патронов надо подзаряжать. Кстати, уже довольно мало осталось жеканов. И посмотрим. Вот жекан один. И много мелкой дроби. Ну, будем мелкой дроби тут дострелять. Так, прохладно. Левая рука, правая рука, ладонь, нога. Чем многие руки холодно. Наденем тогда. О, кстати, капюшон дождя надеть можно. А, так, что еще? Перчатки. Вот термобелье для ног. А, и теперь перчаточки. Пара шерстяных перчаток. Ну, наденем. Тут вот все попереламывали. Кола. Масло. Мне бы водички где-то найти. Ну, воды тут нету. Ну, по крайней мере, зомби мы разобрались. Эту часть зачистили. Тут закрыто и тут тишина. Да, тогда вот эту часть я хочу взломать. Посмотреть, что тут будет. Все, дверь открылась. А, вот еще зомби. И вот. И еще. И все, тогда заряжаем, значит, мелкой дробью. У нас ее довольно много.
нет патронов ЖК. Я не хочу ЖК нам заряжать. Я хочу зарядить мелкой дробью. А, это вот я на Е нажал, надо на четверку нажимать. Так, 4. Все, мелкая дробь. Да, здесь прохода нет, то здесь камеры. В общем, выходим на улицу. Кстати, ночь уже. Сейчас пройдем в эту часть тюрьмы, посмотрим. Вот тут видно. Так, труп собачки. Здесь забор все повыламывали. Вот, слышно, зомби здесь где-то шиваются. Вот, кстати, зомби-амбал. Покуда он за сетки, его можно беспрепятственно расстрелять, дабы потом не убегать от него. Так, мелкая дробь. Игнор. Да я вижу, что он близко. Перезаряжать то все равно надо. Все, зомби-амбал отдыхает. Где-то там еще кто-то есть, но он в помещении, судя по всему. И, значит, собственно говоря, то есть остров не такой, то и большой уж сильно. Да. Здесь кто-то еще вот здесь тусуется, можно пойти открыть. Ну, как бы и все. И больше нету никого. Так, не, я пойду обойду лучше с этой стороны. Тут мы уже были. Все, вот эту дверку открываем. Она сразу открылась. Так, а туда как пройти? Ага, вот так, значит. Сейчас топором вынесем деревянную дверь тогда. Надеваем топорик. И тут еще одна дверь. Он как раз зомби услышал. Так, отходим. Так, отпусти. Дождите-ка. Мы начали бежать. Да, все-таки этот дробаш с мелкой дробью не очень по эффективности. Урона мало наносит. Так, бежим тогда сюда. Сейчас дверку закроем. И спокойно. Сначала надо перебинтоваться. Лейкопластырем хотя бы. Правую руку сильно повредили. И левую ногу. Все, сейчас перезарядим. Да, мелкая дробь не очень хорошо тебя зарекомендовала. То есть в таких ситуациях лучше через решетку просто расстреливать, дабы не носиться вокруг. Все, урона в принципе вроде и не сильно таки мало, 26 наносит, но когда там вылетало по 80, по 100 с помощью жакана, конечно, несравнимо. И что тут у нас было?
Видимо, кухня. Овощной суп, овсянка. Да, тут еды хватает довольно много. Молоко тухлое. Вот, кстати, чистая вода. Это немного, всего лишь одна бутылочка. Можно апельсиновый сок попить. Жажда 35. Нормально. Здесь что? Клюква. Захаваем клюкву. Так. Бурито, пицца, напиток, облученный апельсин. Вот, спортивный напиток, виноградный напиток, спортивный, клюквенный сок. Это все забираем, потом можно будет выпить. Ну и как бы еды тут еще много, поэтому с голода тут не пропадешь, по крайней мере. А воду можно и костер сделать, и подогревать, ее кипятить. И она будет чистая. Так, взломаем эту дверь еще, посмотрим, что тут осталось. За шкафчики, может, инструменты какие. Потому что еще где-то должна быть комната с инструментами. Да, вот гаечный ключ есть, отвертка, наждачная бумага, зарядка. Эту дверь можно сломать топориком. Все выломали. И здесь вот что это? Аккумуляторная дрель, фонарик. Это на что? Сверлильный станок и токарный станок. Так, еще вот эту дверь взломаем, посмотрим, что там есть. Куда мы все этим занимались, уже и утро настало. И персонаж замерзает, прохладный урод. А, наденем, пожалуй, тогда меховой шарф. Куда там ему еще холодно? В ноги. Угу. Руки, ноги. Наденем брифы. Термофутболка. Носки еще наденем. Носки еще одни теплые уже. Думаю, сейчас должно быть нормально, не холодно. И это у нас что за комната? Где там слышно какие-то шаги. Так, у нас в руках что? По-моему, топор должен быть. Да, топор. Все. Теперь берем ремингтон. И ждем, пока этот зомби дверь доломает. Все. Бежим. Эту закрываем. Он нас сам найдет. 4 выстрела понадобилось, чтобы уложить этого зомби. Посмотрим, что. А, здесь душевая, да? Не, душевая нас не интересует. А, вот еще вот этот проход я хочу взломать, посмотреть. Там, видимо, какие-то комнаты, может быть, охраны. Кстати, вот эта комната, тут стиралки стоят, значит, там одежда. Ага, я хочу пробраться туда, значит, эту дверь надо взломать. Все. Ну, как обычно, закрыто. Почему-то все двери закрыты. Приходится все ломать. Вот слева получается это как кухня, но плиты нету, к сожалению. И чтобы воду подогреть либо приготовить что-то, надо будет свою
свой костер разводить. Так, а это тут собачки, видимо, жили. Ну и, соответственно, а вот, кстати, тканевая маска есть. Антибиотики, мыло, бинт. Собачий корм, собачий корм. Ага, а здесь что? А здесь у нас спортивная площадка. Зубастый ужас тут тусуется. Можно потренироваться. Пока не будем. И что у нас осталось? Тут это комнаты заключенных. Еще хочу посмотреть, что здесь. Единственная дверь открытая. Вот комната, кстати. Это что? Антипсихотик. Таблетки кальция. Тут какая-то аптека. Там к нам случится зомби, поэтому берем Ремингтон. Пусть он выходит. Ага, довольно шустро вышел. А, дверь была открыта. И я оказался сразу перед зомби. Все, он у нас, по идее. Ага. Ломать все-таки. Ну давай ты иди сюда уже, куда все не переломает, не успокоится. Вот все, согли его на себя и теперь расстреливаем безнаказанно. Все, 5 патронов сразу ушло. И что у тебя есть? Кошелечек, все остальное грязная одежда. Это была комнатка охраны. И это комната охраны. И тут, судя по всему, тоже. Здесь у нас что? Сироп от кашля, антибиотики. Опа, а это что? Это у нас сейф, по идее, да? Так, а вот и могу ли я сейф открыть с помощью горелки? Сейчас проверим. Надо ее сначала перезарядить. Вот, да, заправляем. Берем ацетиленовую горелку. И теперь активируем. Да. Открыли сейф, а в сейфе пиво. И что это? Напиток еще какой-то, наверное. Да. Это тоже какой-то алкогольный напиток. В общем, нашли, что прятать в сейфе. Еще вот слева комнаты эти можно проверить. Потому что вот именно здесь уже точно ничего нету. Вот здесь еще можно посмотреть. Берем топорик. Сносим все двери. Так, это обычная комната. Штаны заберем, их сразу можно надеть, потому что наши, по идее, там уже и порванные. Персонажу холодно. Левая, правая рука. Странно, вроде варежки надевал, но почему-то все равно в руки холодно. Ладно, пока пусть немножко помёрзнет. Так, тут у нас книжки.
Это комнаты с, опять-таки, охранников. Да. Это то же самое, думаю. Комната такая же. Ага. И проверим сейчас еще вот эти комнаты. Когда я тут, наверное, был. Ну и по идее как бы все получается. Там где-то зубастый ужас еще обитает. Опа, норка согрелась. Плохо тебе жилось, видимо. И что, ни разу не попали, да? Да, и ни разу не попали. Так, заряжу обычной дробью. Ну, как бы урона побольше будет. Если норка это согреется опять, можно было без проблем отбиться. Вот тут довольно много мы в прошлый раз настреляли этих акул. И получается... То все, зомби мы остров этот зачистили. Наверху мы тоже в прошлый раз были уже на вышках. Там оружие забрали, что было. На этом, я думаю, мы закончили, так как на остров мы добрались, зачистили. То есть, что хотели, вы сделали. Лодку, конечно, мы не сделали сами, так как опять столкнулись с трудностями, что необходима механика. При желании, конечно, можно было ее прокачать, но это довольно долго бы пришлось сделать. Надо было найти где-то книжки. Вот. Я думаю, мы как бы цель выполнили свою. Вернулись на остров, все тут истребили. Следующий как бы сезон по этой игре, думаю, можно сделать именно свободную игру. То есть я просто возьму персонажа. Возьму ему какие-то перки интересные. Вот, и стартану уже какое-нибудь либо испытание, либо просто выжившего. И посмотрим, насколько долго мы сможем выживать. Ну, а пока на этом все. Всем спасибо за просмотры. Не забывайте ставить комментарии, подписываться. И всем удачи, всем пока.